с тобой ссорюсь, и потом тебе, допустим, Артем или кто у тебя там друг, я не знаю, пишет, тут такое дело, мы как бы прикалывались, вся поляна подумала, что мы флиртуем. Но на самом деле нет. Но хотя, с другой стороны, мне показалось, что Алена со мной флиртует. Хорошо, теперь встреча. Значит, смотри, ты, точнее, я хочу наладить контакт, да? Я у тебя интересуюсь, как бабушка. Ты мне говоришь, я не хочу разговаривать, у меня нет настроения, пока. Бросаешь трубку. Не так все было. Не так все было. Не так все было. Я не так.